семи ног, двухголосный венец. Я хочу вам рассказать несколько интересных фактов об жизни Баха. Бах остался сиротой со своим старшим братом. Он писал в тетради свои произведения, когда был маленький, под лунным светом. У него было очень плохое зрение. Он открыл первый палец, потому что до этого все играли только четырьмя пальцами. Он сидел в тюрьме месяц за то, что постоянно просился в отставку. Его любимое занятие было переодеваться в бедняка и ходить в церкви и играть на органе. И преподавал он уроки бесплатно.
русского беспокойства. Он был польским известным композитором. Thank you.
звездной комплектации, там идти называется Мазепа. Мазепа — это главоначальник воинов. Играть музыканту. Он сегодня просто с неспосильной задачей справился на ура. Правда? И хочу просто низкий поклон родителям, маме, папе, бабушкам, дедушкам за то, что они избрали нашу специальность. Очень непростую, но мне кажется, это единственное, где человек может быть по-настоящему счастлив, именно в музыке, в искусстве. Так что надеюсь, он будет счастлив в своей жизни, и спасибо, что вы в искусстве. Все, спасибо большое. Концерт окончен.
следующий концерт. Приглашаем на следующий, да.